очочки напялил, клетчатую рубашечку. Молчит экран, и я бы хотел вместе с ним просто забрать тебя себе и держать из всех сил. Но новый день, я пытаюсь понять хотя бы какая-то песня Линкин Парка. Пока не понимаю. Они же все-таки меняют немножко. Ну да. Во-первых, во-вторых, выбирают ту, которая подходит больше к той песне. Ну да, хотел сказать аббревиатуру, но вы поняли, что музыку немного меняют. Я забыл, как правильно называется. Аранжировку, да. Плющит с гитарой. Ну, на самом деле звучит, в принципе, как попсятина. Знаешь, звучит как музыка, которая была на начале нулевых популярна. Ну да. Это, видимо, какой-то... Я бы не сказал, чтобы это была плохая музыка. Ну, как бы да. Это звучит просто как новые песни Линкин Парка. У них же последние треки были такие лайтовые. Спасибо за подписку, Егор Морозов. Да, это Тима Белорусских. Под аранжировку Линкин Парка. Ну да, это какой-то из очень лайтовых треков Линкина. Чуть неплохо, но я ожидал чего-то более интересного. Просто обычно они делают так, что оно довольно отличается. А это вот такое ощущение, что не сильно прям выделяется от оригинала. Может, немножко. Я засыпаю. Чего? Я такой, слушай, да, я с тобой согласен. Глаза закрываю. Осталось только это, да? Опрокинуться и схрапнуть. Просто такая убаюкивающая звучит. Назад такая и слюна потекла, да? Ну да, естественно, как же без этого. Еще пузырь из носа надо. Ну, с этим я прекрасно справляюсь, когда рву. Я никогда не слушал Тиму Белорусских, поэтому не могу сказать, какова разница, насколько лучше или хуже. Но звучит, я тоже не клею творчество. Звучит приятно, но это не то, что я бы хотел переслушать, как говорится. Ты с тобой точно не целевая аудитория Тимы Белорусских. Я слышала пару треков так мимохода. Как-то... Не специально. Довольно длинный трек получился. Однако. Мигание я не замечал даже, когда что на меня бесит. Я не люблю гребаные мигания. Я к ним скептичен. Всегда. Слышишь, что пена пойдет изо рта, собьешься в приступ? Не знаю, мне этот, на глаза мне давит все. Ну ты про да, потому что много времени за компьютером. И так хватает нагрузки. Сука! Чё, только забыл, да? Засранец!
Мне это больше понравилось, чем предыдущая песня. Planeta.ru. Просто напомнил. Итак, ребята, спасибо большое, что посмотрели наш кавер. Надеюсь, он вам понравился. А также понравилась моя версия на Ведьмака. Кстати говоря, если кого-то из вас вдруг забомбит, и вы решите, что все-таки нужно делать на рок-приветик кавер на Ведьмака, пишите об этом в комментариях. Мы все... Слушай, такой, сейчас. Ну, в принципе, я просто не вижу смысла дальше смотреть. Усё. Спасибо за просмотр. Расписание стримов внизу в описании. Ждём на следующих видео. Пока.